Ребята, всем добрый день. Сейчас покажу, какое я тут помещение готовлю для мотоциклистов. Для первого выводка. Так вот, это будет их отдельное помещение. Ну, горище разбито на две части. Там у меня живут обычные будапешты. По ним сейчас и летаю, наслаждаюсь. Ну, подготовка вот идет к чему. Здесь сейчас полностью все пробелил. Взял известь, мел, медный купорос добавил, все обработал. Чтоб ничего там, не дай бог, не было в дальнейшем. Ну, а голуби каждый день у меня на осмотре. Сейчас покажу. Вот они, мои красавчики, мотоперчики спорта. Сидят каждый день на осмотре, уже начиная с 10 числа. Выпускаю их, они вот тут сидят, все фотографируют, как бы местность. С этим спешить, конечно, не буду. Думаю, с завтрашнего дня их сюда запускать, поставлю там рейки, набью кормушку, поставлю поилку, ну они сами будут потихоньку заходить вот так вот, потому что им там с родителями уже и так неспокойно, можно так сказать. Там сейчас родители занимаются вторым выводком, а эти просто что на осмотре. Не знаю, еще несколько дней посидят. Ну и, как говорится, в добрый путь. Буду потихоньку выпускать.